Юлия Галкер. Три вопроса для всех. Что для вас это титул, для чемпионства, это золотая медаль? Ну, это все. Мне кажется, все, к чему мы стремились, была самая главная наша цель — выиграть эту Европу. Угу. Что запомнится больше всего, что останется в памяти, или что сейчас первое приходит в голову спустя несколько минут после финала? Первое приходит в голову, когда мы стояли на пьедестале и играл наш гимн. Угу. И что было самым трудным? Самым трудным? Мне кажется, самое трудное это было перестроиться после того, как мы проиграли, ну, было неудачное выступление в Новой Зеландии, и поверить в свои силы, хотя мы всегда в это верили. Ну, в общем, мы очень рады. Вот это, наверное, не знаю. Спасибо.